В Харьковской области взорвали и обчистили банкомат. Это произошло в селе Высоком. Банкомат находился возле магазина. Трое злоумышленников при помощи взрывного устройства повредили сейфовую часть аппарата и забрали кассеты с купюрами номиналом 50 и 200 гривен. Всего почти полмиллиона. Кассета с самыми крупными банкнотами по 500 гривен уцелела. Ее унести воры не смогли. Преступники скрылись до приезда полиции, а группа быстрого реагирования охранной компании приехала на место происшествия с опозданием, сообщили в банке. Правоохранители нашли фрагмент запала от гранаты и использованную дымовую шашку. Грабители ищут, им грозит до 8 лет тюрьмы. Общий ущерб украденного составил 434 тысячи гривен. Как ни странно, в такое позднее время нашлись свидетели, которые видели, что сразу же возле взрыва находились три неизвестных человека, которые скрылись быстро, скрылись с места происшествия.